мы разобьем мелкого мотыля глиной сухой. Вот. Делается это, в общем-то, таким образом. Мотыля сегодня, к сожалению, мелкого очень мало. Пол Москвы вчера объездил, ну вот нашел только 800 грамм, и вот с другом поделили по 400 грамм. Но будем надеяться, нам этого хватит. Для простой рыбалки, в принципе, это даже оптимальное количество. Больше и ни к чему не надо. Иногда влияет даже вот такая горсть, в общем-то, может рыбалку изменить в корне. И уже не важно, будет столько это там или килограмм. Так что, в общем-то, количество должно хватить. Ну вот, он разбился. Сейчас еще немножечко полежит. В общем-то, в хорошем состоянии стал. Не то, что был до этого. Разбивка мотыля делается, ну, чтобы, соответственно, отделить, чтобы он был, как и прикормка, которая состоит из многих фракций, она же не комком, не каша, именно для того, чтобы рыба не насыщалась. Также и здесь, если будут пучки лежать, то как бы это не очень хорошо будет для рыбы, и ей это непонятно. Вот. Ну и, соответственно, чтобы он в прикормке распределялся более равномерно, потому что если он будет куском таким, то и он как кусок улетел, и все.